что такое повезло. Вот такая вот палочка пролезла в дырочку и не попала в радиатор. Повезло. Встает актуальный вопрос защиты крестовин кардана. Туда вот набивается трава. Видно, да? И подрезает сальники. Даже если ее все время чистить, все равно образуется такой вот блинчик. Это его чистили, вот это все было на кардане. Надо защищать. Ну, это ерунда.